далеко не весь материк покрыт лесом. Есть еще бескрайние, поросшие папоротником прерии. И именно здесь бродят титаны юрского периода – стегозавры. Это динозавры, украшенные гребнем костяных пластин. В этих местах становится все меньше деревьев, потому что здесь постоянно пасутся гигантские травоядные. Ни одно животное не оказывает столь сильного влияния на окружающую среду, чем эти самые крупные динозавры – зауроподы. Существует много различных видов этих гигантских длинношеих животных. Вот это диплодоки, отличающиеся максимальной длиной тела. В целях безопасности они передвигаются стадами по 30 и более особей. Старые животные достигают в длину более 40 метров. Благодаря своей мускулистой и упругой шее, они без особого труда поедают траву на больших участках. Уравновешивает мощную шею длинный хвост с элегантным кончиком, напоминающим хлыст. Он служит средством общения между членами одного стада. Перемещение такого громадного стада привлекает целый ряд более мелких животных. Когда динозавры едят и топчут растительность, вокруг роятся тучи насекомых. Для стрекоз, которые охотятся за этими насекомыми, динозавры словно гигантские кормушки. Жизнь этих крошечных летающих птерозавров, называемых анурагнатами, также неразрывно связана с гигантскими динозаврами. Эти птерозавры питаются насекомыми и всю свою жизнь привязаны к диплодокам. Они борются, кормятся и размножаются на спинах существ, которые в 150 тысяч раз превосходят их по весу. Каждый диплодок ежедневно оставляет в прериях свыше тонны экскрементов. Эти кучи также привлекают насекомых, в особенности навозных жуков.